Hare Krishna. Hare Krishna, Hi. dear Guru Maharaj. We are Hare ready. Krishna. You ready? Yes, Guru Om Maharaj. Namo Bhagavate Vasudevaya. Спасибо, Солнце. Hare Krishna. Yes, are you ready? Yes, Guru Maharaj, please. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, Text Number 9. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 5, текст 9. Брахмавача самьяк курунникашьедам вачасте вичикитситам юд ахам чодита сомья бхагавад вирья дашани. Брахмавача самьяк карунникасьедам ватсате вичикитситам ядахам чодита сомья бхагавад вирья даршане. Okay, you can read the translation and purport. Перевод. Господь Брахма, сын мой, Нарада, задав свои вопросы, ты проявил милость ко всем, в том числе и ко мне, ибо они побудили меня к размышлениям о величии всемогущей личности Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Выслушав вопросы Нарададжи, Брахмаджи похвалил его, поскольку вопросы, касающиеся всемогущей личности Бога, обычно очень воодушевляют преданных. Это отличительная черта чистого преданного Господа. Беседы о трансцендентных деяниях Господа очищают атмосферу в том месте, где они ведутся. И потому преданные отвечают на подобные вопросы с огромным воодушевлением. Такие вопросы очищают и того, кто их задает, и того, кто отвечает на них. Чистые преданные не довольствуются тем, что им все известно Господе. Они всегда стремятся передать эти знания другим, поскольку им хочется, чтобы все люди узнали о величии Господа. Поэтому преданный всегда рад, когда ему предоставляется такая возможность. Это основополагающий принцип всякой миссионерской деятельности. Шрила Прабхупада ки джай. Омадьяна Тимирандасья Гьянанджана Салакая Чаксурунмилитандина Тасмай Шри Гураве Намаха Ванча Калпатарубьясча Крипа Синдубай Эвача Патитанам Трапаванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Jaya Dvaita Gadadha Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Lord Brahma is responding to the questions asked by Sri Narada Muni. Итак, Господь Брахма отвечает на вопросы, заданные Нарадой Муни. And Lord Brahma is very joyful to have heard the questions of Narada Muni. И Господь Брахма был очень рад слышать вопросы Нарады Муни. And he says to, he congratulates Narada Muni, who is one of his sons. Narada Muni is one of the sons of Brahma. But Lord Brahma congratulates Narada Muni and said, you have been very merciful to me by asking all these questions. И Господь Брахма, обращаясь к своему сыну Нараде, Нарада один из сыновей Брахмы, благодарит его, говоря, что ты проявил милость ко мне своими вопросами. And Prabhupada in the purport
talks about how Brahma has become very enthused hearing the questions of Narada Muni. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Брахмаджи был очень воодушевлен вопросами Нарада Муни. So that enthusiasm to talk about Lord Krishna and to reply to all the questions asked by Narada Muni, that enthusiasm, that is the sign of successful relationship between the hearer and the audience, the hearer and the speaker. И вот этот энтузиазм, с которым происходит диалог о Кришне, ответы на вопросы, он указывает на успешность установленных отношений между рассказчиком и слушателем. And Srila Prabhupada said that enthusiasm to talk about Lord Krishna, that is a sign of pure devotion. Также Шрила Прабхупада говорит, что воодушевление, которое проявляет преданный, отвечая на вопросы о Кришне, указывает на его чистую преданность Господу. We see that enthusiasm also in Sukadeva Goswami when he heard the questions of Maharaj Parikshit. Такой же энтузиазм мы видели у Шукадевы Госвами, когда он взялся отвечать на вопросы Махараджа Парикшита. And also Maitreya, when he heard the questions of Viduna. Энтузиазм был и у Майи, когда он отвечал на вопросы Видуны. So the devotees. Devotees are very happy when they get an opportunity to speak about the glories of the personality of Godhead. Преданные исполняются огромной радостью, если им удается, если им предоставляется возможность говорить о славе Верховной Личности Господа. Lord Brahma wants to glorify Lord Krishna, his supreme, Lord Brahma himself. He had underwent austerities at the beginning of the creation, and he had purified himself, and he had actually had the opportunity to have darshan, to meet with the Supreme Personality of Godhead. Господь Брахма сам в начале творения проходил аскезу, проходил через аскезу, и благодаря этой аскезе он очистился и получил возможность иметь встречу с Верховным Личностью, с Верховным Господом, лицезреть его непосредственно. So Lord Brahma had direct experience, he had a direct relationship with the personality of Godhead, and he feels himself to have been very fortunate to have had that opportunity in his life. Сам Господь Брахма имел непосредственную возможность видеть Верховного Господа, иметь прямые отношения с ним, и поэтому он считает себя считает очень удачным такую возможность, иметь такую возможность. Devotees, we have some enthusiasm. Our enthusiasm is often for taking prasadam, and our enthusiasm is, you know, we have some enthusiasm for kirtan sometimes, not all the time, but sometimes we're enthusiastic for kirtan, but we don't always have that same enthusiasm for hearing. У нас у преданных обычно очень большой энтузиазм во всем, что касается вкушения прасада. Также
Бывает, что у нас есть, не всегда, но бывает энтузиазм на киртан. Но что касается слушания, мы не всегда проявляем такой энтузиазм. So it's important for the devotees to give a time in the course of our spiritual practice. We have to spend time to hear and to hear regularly from devotees so that we can properly understand more about the personality of Godhead. Поэтому на всем протяжении нашего духовного пути мы должны стараться, чтобы у нас было время, определенное время, которое мы выделяем для того, чтобы слушать. И это слушание должно быть регулярным, чтобы иметь возможность больше узнать о Верховной Личности Бога. So as devotees, we want to be very careful to regularly hear and cultivate our taste for hearing topics of Krishna. In the beginning, we don't have that attraction, but if we hear more and hear more, gradually we can purify the heart and develop a taste for hearing. Регулярное слушание нам нужно для того, чтобы у нас появился устойчивый вкус к темам, связанным с Кришной. Вначале у нас этот вкус неустойчив, но если мы будем слушать регулярно, то тогда по мере очищения у нас будет развиваться вкус к слушанию о Верховном Господе. And Prabhupada also stresses that devotees should not only hear themselves, but they should be eager to share what they've heard with others and to broadcast the message of the Lord. Также Шрила Прабхупада подчеркивает, что чистые преданные не довольствуются тем, что слушают сами. Они стремятся передать это знание другим, чтобы распространить славу или величие Верховного Господа. So Krishna consciousness is to be distributed. We have to have that enthusiasm to distribute Krishna consciousness. Поэтому сознание Кришны требует распространения повсеместно. И у нас должен быть энтузиазм для того, чтобы распространять сознание Кришны. Some people have a lot of enthusiasm to distribute books. That's very good. That's a very nice way to give Krishna consciousness to others. Есть люди, у которых преданные, у которых есть энтузиазм. В распространении книг это очень хорошо, это хороший способ давать сознание Кришны другим. And we also like to do Harinam Sankirtan. We go out and chant the holy name and distribute the holy name to people. That is also broadcasting the message of Krishna. Также мы любим проводить Харинама Сангиртану. И это тоже хороший способ для того, чтобы выходить к людям и распространять повсеместно славу Верховного Господа. But we need to think more about how to reach more people, and we have to be willing to go to do things like go into offices and go into shops and go into schools, go to places where people, well, you can go to places like yoga studios and have kirtan there and preach there. And we can go to other religious institutions which may be favorable, although not many are. But sometimes we get the opportunity that we can go to inside offices and businesses, and in that way we can preach to all the workers and give them some Krishna consciousness.
У нас должен быть энтузиазм, мы должны постоянно думать, как расширить послание Верховного Господа, как распространить это, как ходить по каким-то школам, по каким-то публичным заведениям, по разного рода йога-студиям. Возможно, нам удастся приходить на какие-то заводы или какие-то предприятия, где большим работникам мы можем принести, дотянуться до них и передать им послание Кришны. Rupa Goswami mentions in Upadeshamrita, in the Nectar of Instruction, that there are six items which are very helpful. Rupa Goswami. Devotional service, and one of them is Hism. Rupa Goswami в Упадешамрите, Нектаре наставлений, в одном из стихов говорит, что есть шесть вещей, которые очень благоприятно помогают для нашей практики, и одной из вещей является энтузиазм. Enthusiasm is defined by Srila Prabhupada as endeavoring for Krishna consciousness with intelligence. И там Рупа Госвами говорит, что энтузиазмом является усилия, которые человек прилагает, опираясь на разум, сознание Кришны. So sometimes people think enthusiasm means to become like a madman and to go singing and dancing in the streets without being properly dressed. Многим неправильно может казаться, что энтузиазм – это что-то вроде какого-то такого безумия или помешательства, когда человек просто ходит по улицам, непонятно во что одетый, и поет. But here Prabhupada, in Nectar of Instruction, Prabhupada mentions that we have to be intelligent and think how we can give people this message of Krishna consciousness. Но в Нектаре наставлений Шрила Прабхупада черным по белому говорит, что энтузиазм – это разум. Мы должны быть разумными и применять здравый смысл и наши возможности, чтобы как можно большему числу людей предложить сознание Кришны. We want to think how we can attract people into this Krishna consciousness movement, how we can make it accessible for everyone. Мы должны думать, размышлять, находить варианты, как донести до обычных людей, как сделать понятным, как можно большему числу людей сознание Кришны, как сделать его доступным для большего числа людей. As devotees of the Krishna consciousness movement, we are fortunate souls. We've been fortunate. We have been given shelter in the Krishna consciousness movement. But we have to have some compassion, some feeling and caring for others and think how we can help them also to come to Krishna consciousness. Мы преданные сознание Кришны, мы очень удачливы. Мы удачливы, поскольку мы нашли прибежище в сознании Кришны. И теперь нам нужно проявить смирение, подумать, как позаботиться о других, о тех, у кого нет такой возможности еще, чтобы они соприкоснулись с сознанием Кришны. So, Krishna consciousness is in everyone's heart, but it's been covered over by so many material desires.
Сознание Кришны изначально находится в сердце каждого живого существа, но в настоящее время у большинства людей оно скрыто толстым покровом материальных желаний. And we have to help them. We have to give them some help, how they can clean the heart and how they can get out from this material world. Теперь мы должны помочь таким людям, как им очистить сердце и как им выйти из этого материального мира. So Prabhupada talks, in the purport, he talks about the basic principle of missionary activities. So we're all missionaries. We're meant to have that mood of missionaries. We have a mission to fulfill. Шрила Прабхупада в комментарии приводит такую фразу, что проповедь, или, скажем, возможность говорить – это основополагающий принцип миссионерской деятельности. И мы миссионеры, и мы должны быть в этом настроении, что у нас есть миссия, которую мы должны выполнить. And one of the missions, which is there in Krishna consciousness, is that we want to see the glories of Krishna are known to everyone. We want to let everyone know more, know something about Krishna. И одно из направлений миссии – это как можно шире распространить славу Верховного Господа для каждого, поскольку мы видим, что многие не знают о славе Господа. So making some propaganda work for Krishna. That's the business of a devotee. We're thinking how to make some nice propaganda. Let people hear about Krishna and let them begin their Krishna consciousness. Поэтому говорить всем и каждому о славе Кришны, дать возможность соприкоснуться с сознанием Кришны как можно большему числу людей – это задача для каждого преданного. The more we give Krishna to others, the more we get Krishna ourselves. Чем больше мы даем Кришну другим, тем больше мы сами обретаем Кришну. Okay, we'll ask if there's any questions. На этом я остановлюсь. Может быть, есть какие-то вопросы? Маджи Раджарани, первый вопрос, потом Маджи Хмадини. Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня, скорее всего, не вопрос. Хари Кришна, поклоны. Я добавлю. Поделюсь с Гуру Махараджем, что у нас здесь организовалось, я еще отчет не успела Гуру Махараджу написать. Харинама Санкиртана, вы знаете, можете перевести? А где у нас? А в Владивостоке. А, я понял. А вы не знаете Харинама Санкиртана, хорошо. Маджи Раджарани said that in Vladivostok we organized recently the Харинам group on the wheels. I mean, the group of Harinam devotees go in another towns and cities. Да, у нас было уже 10 выездов. Все, конечно, это по милости Гуру Гауранги. И вот Гуру Махарадж сказал, что мы должны в люди идти. И вот недавно у нас был такой опыт замечательный. В соседнем городе, в маленьком, у нас получилось прям распространить детям почти больше, ну, почти 230 шариков.
И потом еще в другом городе. То есть в один день мы примерно распространили 700 прасада под Хари Кришна мантру. Ну, там дети, в основном дети. Вот это очень вдохновляет. Спасибо. So we organized for a short period, we organized 10 trips of, with Harinam, outside Harinam, and we distributed for common children's, for mundane children's, children, about 700 sweet balls and sang Харинам. Да, то есть, ну, по милости, мы по субботам выезжаем, и получается, что мы идем по городу, в храм, это все как бы, то есть в парке, все это согласовано с администрацией, все это законно, нам разрешают, и вот везде дети, то мы День Это в других молодежи, городах? то у нас, да, там Партизанск, Артем, Уссурийск. Да, все по паркам, и все согласовано, и дети кругом, это вообще здорово. А мы в вайшнавских одеждах, тила, касари, дхоти, Хари Кришна. So we cooperate with the local authorities of neighbors towns, and we usually go in parks, in some gardens in parks, and we sing Hare Krishna, and we wear Nasari, dhoti, and we wear a tilak, and usually many, many children see us and take some prasadam. Да, и то, что согласовано все с администрациями городов. Вы это сказали, да, Гуру Махарадж? So this is this parties, these events, we discussed with the local authorities of towns. Hare Krishna. Спасибо, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Спасибо. Okay, very good. Very nice. Очень хорошо, здорово. We hope you can go on and continue to distribute the holy name in every town and village. У нас должно быть в каждом городе деревне распространение святого имени. Следующий вопрос. Да, и потом еще после Харинамы мы распространяем книги минут 40-час. То есть все заканчивается с Санкиртана, именно книг. And after Harinam we distribute books. Okay. Yes. Mm-hmm. I hope many people got books. Значит, там люди получают книги еще. Да, взрослым. Ко взрослым, либо подросткам старше 18, да. Mm-hmm. Usually youth people. Yeah, this is our this is the Yuga Dharma and our Krishna conscious movement. We're meant to be out there. We're meant to let people hear us and see us. If we stay at home, if we just sit in the temple, then not many people will know us. But if we go out and try to meet people and distribute books and preach, then that's very good activity. Да, наша юга-дхарма — это распространение святого имени. Поэтому если мы сидим дома или в храме, мало кто сумеет узнать о нас больше. Поэтому нам нужно выходить, проповедовать. Mm-hmm. Вот так. Next question, Guru Maharaj. Yes. Маджи Хладини, ваш вопрос, потом вопрос. Хладини, ваш вопрос, потом вопрос. Вечерами пробовал. Харе Кришна, да, спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите поклоны. У меня вот тоже вопрос по Санкиртана Яге. Вот иногда бывает выбор пойти на Харинаму, и там, получается, Харинама идет и поет святое имя, иногда танцуют с людьми, но нету общения, нету такого вот взаимодействия. А когда ты выходишь именно с книгами, там, из карта... Ой, что, не слышно? Кто-то сказал что-то. Вас слышно. А, хорошо. А когда... Или, допустим, пойти на именно Санкиртана Харинаму,
с караталами, с книгами, и там уже есть и общение, и ты можешь кому-то печеньку, кому-то книгу, кому-то магнит у нас есть со стихами Бхагавадги. То есть там идет взаимодействие, именно общение с людьми. И вот если стоит выбор пойти вот на Харинаму, где просто проходит Харинама и поет, но такого взаимодействия нет, или пойти вот на Харинама Санкиртану, когда ты можешь взаимодействовать с людьми, вот как лучше использовать вот это вот время для того, чтобы послужить? Такой вопрос. Когда вы говорите Харинама Санкиртана, вы имеете в виду распространение книг? Ну, как вы, я имею в виду, если ты идешь, допустим, один, или, ну, или, допустим, с кем-то, но можно там и имя тоже под караталы. Вот. Харинама Санкиртана — это и имя, и книги. Вот. Просто в одном случае есть нет взаимодействия с людьми, общения, а в другом случае есть непосредственно уже контакт с людьми, то есть ты там с ними уже непосредственно общаешься. И вот хотел спросить, как вот лучше послужить? Ну, понял. То есть либо вы со всеми идете и просто танцуете, либо вы взаимодействуете и распространяете, и контактируете. Да, 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 да. Извините, что так долго. Простите. Ну, я постараюсь. The question from Ajay Khaladini. I can join to Harinam Sankirtana in ways. And what is better for me? One way I may to dance in Harinam as one member of Harinam party. And the second way I can just... go close to Harinam and speak with mundane people and distribute them sweet balls or maybe books or like this. What is the better for me? What is more result in this way? There was a time the devotees who stayed out here, who stayed out in Mayapur, who were not doing traveling, they were staying back in the dam. They didn't like to go out of the dam. Explained Bhagavad Gita. Hello? Andrei, are you there? Yes, Guru Maharaj, but the weak signal, so I not proper understand your answer. Oh, okay. Well, I was saying that Krishna conscious devotees were very eager to distribute the message of Krishna, and we try to introduce it everywhere, but we want to do it with intelligence, and we want to do it in a manner in which we can make friends and win support for our Krishna consciousness movement. И не все услышал, но, как я понял, мы должны распространять знания Кришны так, чтобы создавать благоприятную среду, то есть делать людей дружелюбными по отношению к сознанию Кришны. The question of Маджи Хладини is what Шиниде proper understand, she needs some advice. What is the better for her? She may dance in a group of Harinam. Yeah, sometimes she can dance, sometimes she can distribute books. She should do everything. Mm-hmm. If nobody is distributing books,
then she should try to distribute the book if it's convenient. If they need her to dance, then she should dance. She should do what is required. Можно совмещать оба этих варианта. Если некому распространять книги, можно идти, если вам удобно, и распространять книги, взаимодействовать с людьми рядом с Харинамой или не рядом с Харинамой. Если необходимо танцевать или участвовать непосредственно в Харинаме, значит, можно участвовать. We can't be attached to just doing one thing. But if there's nobody there, if there's no chanting party, then you can just go and distribute books. То есть делайте то, что необходимо. Если нужно танцевать, значит танцевать, либо распространять книги. So it's good to get a taste for both things. Sometimes chanting and sometimes preaching. Поэтому хорошо развить вкус к обоим этим направлениям. Иногда петь, иногда распространять книги. Okay. Ответил на ваш вопрос? Ну да, я поняла, делать, что необходимо. Угу, спасибо, Хари Кришна. Yes, I understood. I should do as need. As required. Так, у нас еще был вопрос о Байчарана Прабу. Но толком... Yes, я дословно его не вспомнил. Попробую. Yeah. So, last week, yes, Guru Maharaj, last week was the question of Bhaicharan Prabhu. He asked sometimes, as I proper remember, sometimes he accept donation. What is the better way for spending these donations to for example, my poor temple or TOVP, or maybe give to what is there better? Well, why did they give the donation? Did they give the donation for any particular purpose? If they didn't mention, if they didn't specify what they wanted the money used for, then you can decide yourself. Пользовать эти пожертвования. Ой, у вас плохо было слышно очень, Андрей Тхарна. Повторите еще раз. Да, пожалуйста. Гуру Махарадж сказал, что обычно у пожертвований бывает цель, но если пожертвования дали и не обозначили цель, с какой на какие цели дали эти пожертвования, то преданный сам принимает решение по своему пониманию, куда их использовать. Хари Кришна, это все равно, чтобы прикрепить такие преданные вопросы, было следующее. Есть определенные целенаправленные пожертвования, они должны прийти на строительство храма одного или другого, куда пожертвовать, в Майпур или на строительство храма в своем городе. То есть у вас сильно конкретно? Харибал? Я? Абхачаран Прабху. Уточните еще раз. То есть пожертвования дали на строительство, но не сказали, на куда именно, на какой храм? Извините, вообще ни единого слова не разберу. Я не могу вообще понять абсолютно ничего. Очень сильное эхо, и напишите в чат, пожалуйста. I cannot proper hear Bhaicharan Prabhu, so be here.
he will write a little later some details. If the donations was given by someone for temple construction, so where should we spend these donations? Because many temples are construction. Well, they didn't specify where they wanted the money used, then you can decide yourself. Если не было конкретного указания, то нужно решать самим. Было слышно, нет? Сейчас лучше. Сейчас гораздо лучше. Это собственные пожертвования, куда их лучше отправить? На строительство храма Майпури или на строительство храма в своем городе? А, то есть это ваши личные деньги? Угу, понятно. Abhay Charan Prabhu said that he collected money. This is his own donations. So he asked your advice. Maybe you give where should we spend, where should he spend in temple construction in his local town or in temple construction in Dhamma, Maipur, for example. Haribol? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, is there any question? Yes, yes, Guru Maharaj, your voice has disappeared before. So Abhay Charan stressed that these are his own money, his own donation. So he asked your advice, but he spent this money on full construction in his own town, or better spend money for construction in Nepal. Well, it's up to him. He can send it to Mayapur if he wants. Yeah, good. Лучше решайте сами. Хотите, отправьте в Майпур, будет хорошо. А у вас еще вопрос на Прабу и в Раджане. Желание пустил руку, это новый вопрос. Ари Кришна, мои поклоны. Слышно меня? Просто плохой звук идет от вас. Слышно? Слышно, да? Хари Кришна. Примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогие вайшнавы, мои поклоны, дорогой Махарадж. У меня вопрос, знаете, вот по вот этому тексту. В Бхагаватам описывается история, когда Брахма обратился к своим сыновьям, четырем кумарам, и попросил их, чтобы они занялись тем, чтобы, скажем так, занялись семейной деятельностью и могли бы становиться причиной рождения новых душ. Но тогда кумары, они отказались, и это вызвало у Брахмы гнев. Впоследствии там проявился Господь Шива. И вот вопрос заключается в том, что Нарада Муни, он тоже, в общем-то, вот это наставление своего отца тоже вроде бы не принял, да, и он тоже не стал семейным человеком и был отрешенным, но в то же время был любимым сыном Брахмы. В чем отличие? Вот почему одно настроение кумаров вызвало гнев у Брахмы, а вот настроение Нарады Муни, наоборот, как бы привлекло Господа Брахму, Ари Кришна. Понятен вопрос, да? Да, Ганганарайан, очень брахманический вопрос. So the question from Ганганарайана Прабу. Thank you, Guru Maharaj, for your class. My question regarding this verse of Srimad Bhagavatam.
We know before Shrimad Bhagavatam described how Lord Brahma asked their his sons for Kumaras to become grihastha, to become family persons, and for increasing population in the universe. But Kumaras gave up this suggestion, and Lord Brahma was angry. And from his anger, Lord Shiva was born. But in the same time, Narada Muni also stay brahmachari and ask a question about Krishna and not become family man. But Lord Brahma was satisfied by his question and not be angry. So what the difference between disobeying for Kumaras and Narada Muni? Well, the four Kumaras were the first sons. They were the eldest sons. So Lord Brahma was eager to see the eldest sons immediately take up his order and show a nice example. Четверо кумаров были первыми сыновьями, они были старшими сынами, и поэтому Брама ожидал, что они выполнят его наставление. Слушание. Плохо слышно. Последнее плохо было слышно, если можно. Четверо кумаров были старшими сыновьями Брама. Его приказ в полной мере и покажет тем самым пример послушания. Опять звук пропал. Четверо кумаров были старшими сыновьями Господа Брамы, и Господь Брама надеялся, что они выполнят его приказ в полной мере и тем самым покажут пример послушания. Если все. That's all, Guru Maharaj. Sorry? Regarding this question, that's all? Regarding this question, what? I mean, you want to continue responding on this question? No, I didn't have any more to say about it. I just said, you know, they were the eldest sons and Lord Brahma expected them to comply with his desire. Yes, yeah, I translated, but it needs more time because my signal, my connection is also not strong. Okay, translated, Guru Maharaj. Okay. Yeah, больше нет вопросов. That's all I have to say. I don't know. Угу. Вот это весь ответ Ганганарайана Прабху. Больше нет вопросов, да, Вайшнава? There is no more question, Guru Maharaj. Yeah, we can say that Lord Brahma understood that the four Kumaras were going to go for spiritual life, and he understood that they had a good intention. So he accepted their decision. Although he didn't like it, he accepted their decision because he knew that it was they had good intentions, that they wanted to pursue the spiritual path. And Lord Brahma thought that, okay, this is good. It's not although it wasn't helping him, it was actually good that the four Kumaras wanted to become more advanced and in their self-realization. И еще на вопрос Ганганарайана Прабху остается добавить, что несмотря на то, что Господь Брама разгневался, тем не менее он понимал, что будет благоприятие для четырех кумаров, поэтому он принял их решение. Несмотря на то, что, может быть, они ему не помогли, но они не помогли ему лично, но для них самих этот путь был благом.
Of course, Lord Brahma had several sons, and Narada comes later. So there was not such a pressing problem when Narada Muni came. Потом появился Нарада Муни, уже этой острой необходимости не было, когда появился. So he didn't pressure Narada either way. Because Narada didn't say he was going to renounce, but he just, you know, he was just и он видел, что Нарада отречен, поэтому не оказывал какое-то давление или просьбы. На этом мы остановимся. Thank you, Guru Maharaj, for your time. Hare Krishna. Шилпрупада.